мы обменялись тут мнениями и думаю, что все-таки помимо одного коллектива, который на сегодняшний день присутствует в Беларуси, на следующий год, а этот фестиваль у нас будет традиционным, на следующий год их приедет у нас и из Украины, значит, из Беларуси, и из других городов-братимов, которые есть. То есть мы расширяем границы вот этой, вот этого фестиваля «Хлебная площадь». Фестиваль – это очень хорошая традиция. Здесь и культура, здесь и творчество, и ремесло. Это на самом деле преемственность поколений идет, вот передача искусства от более пожилых людей к молодежи. На самом деле фестиваль «Хлебная площадь» у нас, похоже, проводится, называется «Дожинки» в одном из городов Беларуси. Очень широко празднуется, и мы отдаем там хлебу и картошки тоже у нас. Картошка, другий хлеб, бульба называется. Мы привыкли делать ярмарку, это когда только одна сельхозпродукция. А сегодня мы видим очень много ремесленников, которые привезли сюда твой товар, гордятся этим товаром. И, знаете, люди, которые ходят, они покупают эти товары.